Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Аглая Марс. Я очень рада видеть вас у себя в гостях. Ну что, наступила весна, апрель месяц, уже тепло, солнышко, теплый ветерок, снег растаял. Ну, я не знаю, как у вас в городах, в Подмосковье уже прям вовсю теплынь конкретная. И мне кажется, все мы немножко за зиму, за осень подустали от этих сложно сочиненных, крепких ароматов, гурманских, ванильных, каких-то таких теплых, пряных. В природе обновления, в душе обновления, и хочется уже, знаете, облиться чем-то свеженьким, облиться и забыться. И именно вот такое название я придумала для этого видео. Сегодня я вам расскажу о свеженьких таких вот легких ароматах. Может быть, они не очень стойкие, может быть, они какие-то, да, но они настолько весенние, они настолько жизнерадостные, они настолько вторят этому настроению весеннему, что вот, ну, не рассказать о них просто нельзя. Здесь будет две новиночки, они совершенно бюджетные, одна из них от компании Shake. Давайте я с новиночкой начну, здесь будут в подборке ароматы, о которых я уже на своем канале как-то рассказывала, поэтому начну с новинок, кому интересно, посмотрят новинки, ну или оставайтесь, смотрите всю подборку, постараюсь рассказать как можно более интересно, увлекательно. И начну я с ароматика от Shake, десяточка снова, номер 318, это реплика на аромат от Bulgari Omnia Coral. Насколько, может быть, вы помните, недавно я рассказывала о аромате от Bulgari Omnia Crystalline. Этот аромат мне понравился очень, и я решила, ну как же, в пару надо взять и Coral, тем более, что многие девочки мне писали в комментариях: Лид, попробуйте Coral, потому что он действительно классный. Что я хочу сказать? Буду честна, Coral мне понравился меньше, чем Crystalline. Мне кажется, Crystalline более теплый, такой, даже не теплый, более мягкий аромат, он более женственный, он более глубокий. Coral – это прям весна-весна. Он такой, вот здесь в этом аромате нет мускуса, но я его почему-то здесь ощущаю. Он такой свежий, он такой, вы знаете, действительно с металлическим оттенком. Когда я про Crystalline рассказывала, я говорила о том, что вот да, есть такое вот в понятии вокалистов голос с металлическим оттенком. Да, в старте вот Crystalline такой, а потом он как-то разнеживается такой весь, становится более мягкий, как-то округляется. Здесь нет, здесь на протяжении всего звучания такой аромат с металлическим оттенком. Это гибискус, это гранат, это древесная база. Моя племянница недавно ездила в Египет и привезла оттуда гибискус. Мы его завариваем, пьем, да, действительно, здесь есть вот этот гибискус, гранатик. Какой-то нарочитой фруктовости здесь нет, аромат очень-очень такой, знаете, носибельный, в пир и в мир и в добрые люди. Он такой свежий, но эта свежесть, она не дешманская совершенно, очень аристократичная, очень люксовая, действительно классика люксового такого вот свежего, свежефруктового, кисленького звучания. Вот если этот аромат взять просто вот в двух словах, да, какой он, кислый, сладкий, да, какой, горький, может быть, это кисленький аромат, действительно кисленький. Вот как чай гибискус, да, вот завариваешь, такой кисленький он, здесь то же самое, на языке вот эта кислота гибискуса, гранатик такой, мне кажется, как будто бы есть мускус, возможно, Shake положил сюда мускус, но я его действительно здесь слышу, с оригиналом я не знаком, вообще как-то Bulgari всегда я обходила стороной, уже говорила, классный. Действительно, мне кажется, очень многим женщинам подойдет. Я не скажу, что мне он прям подошел-подошел. Скажу честно, в день, когда я его получила, я его нанесла, и у меня заболела голова. Возможно, это магнитные бури, потому что сейчас какие-то вспышки на солнце, в новостях об этом пишут, что будьте осторожны, да, метеочувствительные люди. Возможно, связано с этим. Я не буду как бы на этот аромат пенять, возможно. Но я его еле смыла, он очень стойкий, он действительно очень стойкий. Вот за что я люблю Shake, да, даже какие-то такие свежие, люксовые, какие-то мускусяшные истории, они умудряются делать очень стойкими. Замечательная история, когда не знаешь, что надеть, вот стоишь у этого шкафа, вроде хочется чем-то приятно пахнуть, но не хочется как-то запариваться, просто хочется свеженько, вкусно пахнуть, супер. Замечательно для женщин профессии, да, вот медсестра, доктор, учительница, где-то в офис, никому не надоест, никого не будет раздражать. Замечательная реплика, Shake, респект. Единственное, что это не совсем мое пальто, потому что аромат кисленький такой, я не очень такое люблю, не очень люблю такие какие-то мускусяшные, нарочито люксовые темы. Это прям реально люксяо, люксяо, конкретное. Вот так вот нанести его, дать кому-то послушать, там, что это. Ну, вот человек скажет, ну, какой-нибудь Версачи, там, ну, что-нибудь такое, да, какой-нибудь такой свежачок. А так, просто супер. Реально рекомендую. Следующая моя новиночка. Это аромат от Аскании. У меня из этой серии нету ни одного аромата. Из этой серии вы сейчас поймете, из какой. Вот эти вот флакошки Аскании, да. Ну, такие какие-то привет из нулевых, из 90-х, вот что-то такое. Как вообще у меня с этим ароматом произошло? Все. Никогда бы я не подумала, что я куплю себе реплику на Кулвоты Давидов. Я уже не раз говорила, что это мой парф-кошмар. У меня даже есть видео мои парф-кошмары.
Ну вот вы понимаете, вот пути парфлюбителя и парфлюбителя неисповедимы. Здесь вот даже вот просто нечего добавить, потому что моя замечательная подписчица Юлия мне как-то присылала слепой затест, где был вот этот аромат, именно этот, именно вот это Аскания, именно Cool Way. Я его даже сначала не узнала. И мне он так понравился. И как-то я перебирала все фиолочки, которые мне девочки присылают, наткнулась я на этот Cool Way, нанесла и думаю, боже, как хорошо, как приятно. Ну, потому что это все-таки реплика. Здесь нету многого из того, что есть в Cool Water, в оригинальном Давидов. Этот аромат более легкий. Он более, что ли, какой-то, ну, я не знаю, носибельный. Мне он очень нравится. Я думаю, ну чего я вообще эту фиолочку, там же ничего не осталось. Думаю, надо заказать, но цена 3 копейки. Ну, что не заказать? И душа будет радоваться. Даже если там 3 раза воспользуюсь, да и ладно. Девчонки, это замечательная вещь. Это такая прелесть. Мне так нравится. Это, конечно же, акватический аромат, водный очень. Здесь какие-то вот водные такие вот вещи, какой-то, может, арбуз, какая-то дынька, много цветочков всяких разных. Здесь такая мешанинка всего, и при этом он очень свежий, но при этом он сладкий. Мне так это нравится, сочетание вот этой свежести и вот этой сладости. Я не знаю, это такое вообще жизнерадостное звучание. Кстати, очень понравилось тоже моему мужу. Я когда наношу, он говорит, надушилась, так приятно. Я говорю... 160 рублей цена вопроса. Никогда не поверишь. Ну, конечно, не стойкий. Но мне это и нравится, честно говоря, потому что, ну, не всегда хочется, чтобы этот аромат долго на тебе сидел. Вот мы ходим вечером гулять с мужем сейчас, вот, каждый день, да. Я вот так вот несколько пшиков, мы погуляли, пришли домой, я повесила одежду в шкаф, в гардероб, да. И на следующий день, в принципе, от одежды уже не пахнет, от волос тоже уже не пахнет. Меня такая история полностью устраивает. Классный, жизнерадостный, что ни на есть весенний. Я его вообще в другие какие-то времена года, честно говоря, не представляю. Летом, мне кажется, он мне не зайдет, потому что такая вот как это акватика, мне кажется, летом будет немножечко пошленько звучать. А вот весной на таком только согретом ветерочке... Фруктики вот эти вот, цветочки, водность. Замечательно, супер. Спасибо, Аскания. Можно себя побаловать за 3 копейки, купить какую-нибудь такую вот игрушку и радоваться жизни. Далее. Аромат, который всегда ждет своего часа. Это Элизабет Арден Green Tea Mimosa. Фланкер зеленого чая. Ни в какие другие времена года я его использовать не могу, кроме как весной. И дело даже не в том, что здесь мимоза. Я уже не раз говорила, что я никак таковой мимозы здесь никакой не чувствую. Вообще, вот когда я его заказывала, я ждала именно мимозу. Заказывала я его в марте, по-моему, 2 года назад. Мне так хотелось тут эту мимозу ощутить. Эту какую-то такую пыльную пудровость. Но здесь этого ничего нет. Это настолько сочный, жизнерадостный аромат. Причем я вам хочу сказать, что он у меня за эти 2 года настоялся, стал более крепкий, стал более стойкий. Потому что при получении, вот, когда я его только купила, он был прям прозрачный-прозрачный, очень быстро слетал, сейчас он прям, знаете, забальзамировался, стал такой серьезный. Это сочные фрукты. Ну и какая-то, да, цветочность. Здесь есть зелень. Я вот сейчас уже понимаю, что здесь есть какие-то такие вот зеленость такая вот. Стебельки какие-то, вот, когда трешь в руках, какие-то стебелечки каких-то цветочков, чего-то, я не знаю. И вот эти фруктики... Казалось бы, легкомысленные, больше цитрусы, наверное. Здесь больше цитрусы, здесь лимончик какой-то, апельсинчик, возможно, какое-то яблочко так на галерке, при этом какая-то зеленушка. Вот, возможно, так играет вот эта мимоза, но как таковой мимозы нет, но вот эта зеленушка, да классный. Вот, честно сказать, классно, он настолько поднимает настроение, вот это реально облиться и забыться. Ну, а сильно обливаться уже не надо, потому что он прям такой стал более крепкий. Я обожаю фланкеры Элизабет Арден Green Tea, скажу честно, у меня в планах есть приобрести некоторые другие фланкеры. Мне очень нравится этот флакон. Мне очень нравится это оформление. Мне кажется, это так здорово. Здесь вот с одной стороны листик такой нарисован. С другой стороны цветочки. И листик вот этот вот просвечивает. Замечательная весенняя игрушка. Оптимизм, жизнерадостность. Не знаю, фрукты, цветы, зелень. Ну, что еще надо? Это то, что доктор прописал. Просто супер. Кстати говоря, брала за какие-то сущие копейки на бьюти-депо. Вообще за какие-то сущие копейки. Вот посмотрите сейчас на Beauty Depot. Может быть, опять на него выгодная цена. Может, они весной как-то на него цену сбавляют. Не знаю. В общем, обратите ваше внимание. Следующий аромат. Про него мы разговаривали с вами буквально недавно. Это аромат от Art Parfum Solo Blanc. Вот это прям что ни на есть весенняя игрушка. Wildberries просто обнаглели, они на него зарядили какую-то невероятную цену, мне подписчицы мои писали, Лид, посмотрите там, что вообще творит Wildberries, я его купила за 400 рублей, это супер для него цена, можно купить за 500-600, тоже нормально, обожаю, мускус, цитрусы какие-то, не знаю, цветочки разные всякие белые,
Ну, вот это вот, знаете, аромат из серии, да, действительно, «Ангел и демон» для Secret, вот какой-то такой вариант с кислиночкой. Такой он вообще девочковый, такой он игривый, такой тоже вот оптимистичный, такой звонкий, яркий. Он действительно очень яркий. Вот в нем все очень такое вот, все очень яркое, сладко-кислое. Он мне напоминает какой-то, вот по настроению, да, вот не знаю, как выразиться, то ли фруктовый лед какой-то. Знаете, фруктовый лед, в котором мультифрукт какой-то, то ли мультифруктовый какой-то сок фреш, то ли вот что-то такое. Это действительно очень позитивная история. 3 рубля ведро, ну, 3 рубля, это я имею в виду 400-600 рублей. Там платить за него 1600, вы меня извините, это кощунство просто. Он продается в «Улыбке радуги», продается в других парсетях, но в «Улыбке радуги» очень часто на эту серию скидки. Вообще серия неплохая, я прошу обратить ваше внимание на нее. Я вообще уже говорила, что от парфюм я люблю, мне очень нравятся их ароматы. Они классные делают композиции, действительно, и флакончики такие, вот здесь такой флакончик тоже добротный. Реально весенняя, классная, позитивная поливашка. Тоже вот такая профруктовость, с цветочками на галерке, яркий, позитивный, очень рекомендую. Ну и что касается люксовых ароматов, на весну у меня есть 2 мастодонта. 2 аромата, которые просто созданы для того, чтобы носить их именно весной. Я их просто обожаю. Незабвенный Eclat d'Arpège от Lanvin. Этот аромат, который много лет со мной, я всегда его покупаю в максимальном объеме, я просто без него не могу жить. Я понимаю, что Eclat d'Arpège уже у многих на белоскомину, он такой весь уже, это баян, это уже, знаете, для кого-то даже признак дурновкусия, но это все ерунда и глупости. Eclat d'Arpège — это культовый аромат, который сделан просто безукоризненно. Сейчас, вот весной, с марта где-то месяца, я стала очень часто его носить, и я чувствую в нем себя, ну, просто на $1000, я не знаю, на миллион, на миллиард. Это настолько красиво, это настолько вкусно, это настолько... Вот если у вас есть определенные предубеждения по поводу Eclat d'Arpège, дайте ему этот шанс. Просто дайте ему этот шанс, не покупайте реплики, хотя реплики на него хорошие, но вот вы знаете, у меня и реплики были этого аромата, потому что, ну, мне интересно, я как парфблогер, да, как парфманьяк, мне всегда интересно, что там в репликах, а что там, как они повторили, да, но именно процесс использования оригинального аромата, открывание вот это, открытие вот этого крышки, вот эти вот колечки, вот этот вот потрясающий флакон, вот этот вот кругляшочек, вот это распыль... Я не знаю. Я не могу. Я сейчас просто от него кайфую. Вот он именно весной звучит так, как надо. Вот именно весной. Причем, знаете, давно хотела вам сказать такую вещь. Я уже заметила это. Вот когда ты только покупаешь новый флакон, они вообще не стойкие. Вот эти ароматы Lanvin сейчас вообще не стойкие. Новоделы, это правда. Раньше Eclat d'Arpège был намного более стойкий. Вот раньше, когда я его покупала, несколько лет назад, там, да, сейчас это прям... Но, когда он постоит, годик-полтора, нормально. Он становится более стойким, его как-то более становится слышно, но, в общем, крепчает аромат, нормально. Поэтому есть смысл тоже брать большие объемы, я поэтому и беру большие объемы, пока они у меня настоятся, забальзамируются, они действительно становятся более стойкие, более такие явные. Ну, все знают про Eclat d'Arpège, но, тем не менее, это мускус, но он здесь такой классный. Это какая-то фруктовость. Здесь есть османтус. Ну, в общем, здесь вот, здесь все настолько друг друга дополняет. Это такая поэзия во флаконе. Это аромат первой любви, это аромат счастья, аромат трепета. Ну, ничто так лучше не дополняет весенний образ, весеннее настроение, как Eclat d'Arpège. Пела, пою и буду петь оды этому аромату, кто бы что ни говорил. Это один из моих любимых ароматов. Несмотря на то, что у меня такой, мои вкусы весьма специфичны, да, но это шедевр. Обожаю. Дайте ему шанс, девчонки, дайте ему шанс, купите, это недорогой аромат, можно позволить себе купить, хотя бы купите 30-ку, дайте ему этот шанс сейчас весной, и вы поймете все, о чем я говорю и сейчас, и в других своих видео. Ну, естественно, куда же мы с вами весной без Люпа Кинзо? Приобрела я его буквально недавно, с заделом, на весну, в конце зимы, зная, что вот эта вещь должна быть на моей парфюмерной полке. Я этот аромат знаю очень хорошо. Я только вот не помню, я уже об этом говорила, я не помню, был ли он у меня, или он был только у моей мамы. Моя мама много лет пользовалась этим ароматом, естественно, я им тоже пользовалась, да, полка общая. Вот, но я не помню, покупала ли я его лично себе. Возможно, что и нет,
Этот аромат знаю очень хорошо, это потрясающая вещь. Это водность, цветочность, база очень классная, кинзошная такая. Вообще такой аромат, вот кинзо всегда узнается на самом деле. Это унисекс история, я в этом убеждена на 100%. В этой серии Лё есть еще Лё Па, да? Есть еще мужской аромат. Я считаю, что он тоже будет очень хорошо звучать на женщине. Так же, как этот аромат, в принципе, нормально звучит на мужчине. Да, это тоже такая околоакватическая история, как и вот этот Кувей от Аскани, как и Кувота от Давидов, но... Если в Кулвота от Давидов такая мешанинка, там очень много всего, и не все это понимают, не всем это нравится, не всем это заходит, то здесь все очень-очень элегантно, вот так, как надо, ничего лишнего. Вот этот лотос, да, что там еще, я уже не вспомню, я помню, что там висит вот этот вот лотос, тоже такая белоцветочность. По-моему, же сделал его Оливье Кресп, этот аромат. Ну, гениально собран просто. Это аромат весеннего обновления. Это аромат зелени, травы какой-то, но тут нет вот такой вот, знаете, ноты, которая бросается в глаза, вот эта нота травы какой-то свежескошенной, хотя некоторые об этом говорят, но я с этим не согласна, я этого не слышу. Здесь все в компоновке очень красиво звучит, но нет этого соло травы. Для меня Лё Па Кинзо — это соло скошенной травы. Нет, нет, ни в коем разе. Здесь все переплетено очень-очень-очень красиво между собой. Это аромат весеннего обновления, это аромат, когда ты выходишь из дома, да, еще не осознав, что как бы март-апрель месяц, но тут ударяет ветерок теплый тебе в лицо, и ты так раз смотришь, небушка чистая, почечки на деревьях, снежок-то уже, оказывается, сошел, вот ты бегаешь, да, там, бегаешь, даже не замечаешь, что вокруг вообще происходит, а тут раз, и тебя бьет по голове, что весна ж пришла, да елки-шпалки, весна пришла, вскрылись водоемы, да, в городе. Ох, боже, потрясающий. Я огромное удовольствие получаю, когда его ношу, и тоже не вижу никакой аромат весной. Вот честно вам скажу, вот для меня весна — это Эклер Дорпеш, Лё Па Кинзо. Вот если вы все-таки с предубеждением относитесь к Эклер Дорпеш, у вас должен быть Лё Па Кинзо. Должен быть. Это признак хорошего вкуса. Это аромат вне времени. Он создан очень давно, и он столько лет не теряет популярности, его продолжают покупать, он продолжает успешно продаваться. Это о чем-то говорит. Это действительно аромат хорошего вкуса. Это вот тоже аромат однолюбки в парфюме, когда... Женщины много лет пользуются одним ароматом. Действительно, вот Лё Па Кинзо так есть. Если женщины, которые пользуются только им много лет, они ему не изменяют. Причем они его используют вообще вне сезона просто. Вот у меня мама так его использовала. Не знаю, почему она перестала его покупать. Возможно, просто столько лет он ей поднадоел, но она пользовалась им всегда, и он очень красиво, гармонично на ней в холодный сезон звучал, да. Но все-таки для меня это чисто про весну. Можно и зимой, ой, как хотите можно, ничего страшного. Но весной, когда ты на себе это ощущаешь или от кого-то, вот даже вот, я же его встречала на женщинах весной, вот, и я сразу же его узнавала и думаю, и у меня-то ведь настроение поднимается. Вот идет женщина со шлейфом Лё Па Кинзо, я думаю, боже, как хорошо, мир прекрасен, жизнь прекрасна, весна, вообще все такие красивые, все такие свеженькие, вообще жизнь продолжается. Очень рекомендую. Вот здесь тоже у меня был такой момент, на самом деле, я думала, может мне реплику взять, потому что научились хорошо делать реплики на Лё Па Кинзо. Что на Эклер Дорпеш научились классно клепать реплики, что на Лё Па Кинзо. Но, понимаете, это сам процесс классный. Вот этот вот потрясающий флакон, мне очень он нравится. Вот эта крышка, вот здесь вот такая буковка К вот на пулевике, да, и вот именно когда ты наносишь с оригинального флакона, ну, это просто опыт использования, мне вот эта вся история очень нравится, мне кажется, такой мастодон, такой вообще просто, такая легенда должна стоять в оригинале на полочке, ну, это лично мое мнение. Мои дорогие, ну, вот такой вот рассказ у меня получился, я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра, вас что-то заинтересовало, вы о чем-то задумались, да. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, проходите в телеграм-канал, ссылочки всегда в описании канала, в описании под видео. Я вам желаю потрясающей весны, полной позитивных эмоций, влюбленности в себя, в эту жизнь. Целую вас, обнимаю. Пока-пока.